эта шансовая база была везде. Но это, к этому мы придем, потому что все к этому и как раз и идет сейчас. Вот очень многие мои коллеги по шоу-бизнесу отменяют свои гастроли, потому что билеты люди не покупают. У нас же на весь тур проданы билеты все. Это означает, что джаз – вечная музыка. Да. Не имеет значения ничего. Люди приходят на 2,5 часа к нам на концерт и абсолютно улетают вместе с нами. Понимаете, на эти 2 часа они думают только о хорошем, чтобы негативные мысли хотя бы на эти несколько часов их отвлекли.